пластиковый мешок без пупырки, в котором отдельно мешок с пупыркой, насадка в отдельном стикере, ну и самое главное — бритва. Сегодняшняя краудфандинговая платформа с помятым коробком. Доставка больше месяца. Здесь также помятость небольшая, но я думаю, на работоспособности никак не отразится. В набор входит пластиковый контейнер, мануал, софт-тач мешок, в котором бритва с триммером и крышкой. Она даже заряжена. Type-C-шный разъем для зарядки и кабель Type-C-шный для того, чтобы, да, заряжать. Вот, в принципе, и все, что шло в комплекте. Данной бритвой можно пользоваться как основной, с сухим и влажным бритьем. Здесь у нас написано, что заряжается от USB, три головки, бла-бла-бла. О водозащите речь не идет. Есть триммер, который также работает. Маленький, но тем не менее функциональный. Ее, конечно, гладкая, только, наверное, спиной будет получше. Ну, не знаю. Побрила гладко. Но нужно, конечно, время, чтобы привыкнуть. Здесь есть такой значок о том, что нельзя мочить.